году такое знаменательное событие было. Отмечали 45 лет со дня создания фильма «Офицер». Я приглашаю на сцену своего давнего друга, достойнейшего гражданина нашего Отечества, народного артиста Василий Лановой. Дорогие друзья, 45 лет офицеров. Нет Жоры Юматова, режиссера Рогового, Дружникова, замечательных актеров. А картина делает свое дело, честь ей и слава. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Посмотри на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни спасти.